очищення та вивозу твердих побутових відходів з території міста Южної Одеської області та схеми санітарного очищення міста Южної Одеської області. Є питання? Немає. Добре, хто за проти? Проти? Утримались? Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства теплових мереж «Южтеплокомуненерго». А де? Сьогодні вірація. А, так. Добре, є питання? Немає. Хто запрошує слово? Ні, вони зараз різницю тарифу там отримав навпокійника. Звіт про фінансово-господарську діяльність Южницького міського комунального підприємства «Южтранс». Пане, що ви з прибутком працювали? Так. Багато прибутку? 289. Виділіться з бюджету міста. Виділимося. Ви платимо. То, а ви пам'ятаєте, які у вас проблеми коли були? Хто був розвалений? Драма. Премії багато. У нього своїх коштів є. Хто запросив? Велика пошана. Хто проти? Стрималися. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства водопостачання та каналізації. От тут у нас проблема, так? Да? Заткнув каналізацію, проблем не буде. Да. Проблема, смотря в що. Життєдіяльність. Якщо 64 тисячі, в общем-то, це дійсно не найкращий показатель, який показував підприємство за... Ну, по крайней мере, последние два года своей работы. В общем-то, если брать во внимание тот план подготовки объектов и сетей активной эксплуатации 2013-2014 года, предприятие выполнило все, практически все поставленные перед ним задачи. Вы прекрасно помните, какие аварийные ситуации нам приходилось ликвидировать. Мы ликвидировали три серьезных течи на нашем железобетонном водопроводе от ВНС до светофора. Это май и октябрь месяце. Мы заменили два десятка запорной арматуры на наших сетях холодного водоснабжения. В общем-то, не делали за последние, наверное, десятилетия подобного договора. Благодаря усилиям предприятия и наших коллег, коммунальщиков, и той помощи, которую нам оказали. Но у нас, к сожалению, есть такой момент, как чем напряженнее и больше мы работаем в ходе подготовительного периода, тем, в общем-то, у нас выше затратная часть. А затратная часть напрямую влияет на показатели финансово-экономической деятельности. И за 2013 год мы, к великому сожалению, сработали с убытком 464 тысячи. Показатель 2013 года был 149 тысяч убытков. Основной причиной является несоответствие действующего тарифа по водоотведению для населения. Данный тариф возмещает затраты предприятия всего на 68%. И если брать внимание в целом по предприятию, то есть те три категории потребителей, которым мы оказываем услуги, то это получается у нас 88% возмещения тех затрат предприятия, которые несет на услуги по централизованному водоотведению. Ну и те проблемы, которые у нас имеют место с неплатежами отдельной категории потребителей среди населения. Значит, на сегодняшний день задолженность населения составляет 960 тысяч. В общем-то, мы сейчас проводим активную работу, разъяснительную, уведомительную, в отдельных случаях даже требуем. И, в общем-то, если это не возымеет соответствующего результата, а, в общем-то, результат пока не самый лучший, мы перейдем уже на то, что будем переводить эти отдельные категории потребителей среди населения с водомерного учета на расчеты по тем утвержденным нормам, которые действуют в городе Юрьеве, согласно действию расчета за водоканал. Ежемесячно мы производим платежи, расчеты и перевод с водоканалом, Пермском РЭС, ежемесячно. Но находятся те, кто этого не делает.
сейчас мы за март месяц, хотя уже до 20 числа мы должны были рассчитаться с филиалом Фокс Водоканал полностью за март месяц. Вот у нас еще задолженность 40 тысяч остается за март. И по договору о реструктуризации нашей задолженности, которая образовалась, это я уже говорю про 14 год, за январь и февраль месяц, 496 тысяч. Говорили, что он прибуток отримал. Ви думаєте, що він отримає цей прибуток на тарифах на те, що він вивозить сміття? Далеко ні. Це він заробляє десь на стороні, наскільки я розумію. А сьогодні задача стоїть, щоб ми всі роботи, які проводяться в місті Южному по водозабезпеченню, цим колектором, що ми там будемо ремонтувати і так далі, заміни водоводів, це повинні працювати ви своїми людьми і заробляти кошти. Щоб ми ці кошти не віддавали якомусь там з Одеси, якимсь фірмам і ще кому. Якщо розраховувати... Ми готові. Ну готові, ну, ми всі готові. Ну не треба якісь шаги до цього приймати, розумієш? Я хочу сказати, що якщо ми будемо розраховувати тільки на одні тарифи, ну це буде проблема на проблему. А я вам обіцяю, це моя установка, давно я вам про це говорив. Обіцяю повністю підтримку. Я знаю, що Євгеній Миколаївич теж прийняв це рішення таке, що дійсно, що наші комунальні підприємства повинні приймати участь у всіх заходах по ремонту, по капітальному ремонту, по текущим ремонтам і так далі. Щоб люди ваші були задіяні круглий год, особливо, що касається теплокомуненерго. Ну, вони от зараз перекрили, ну все, прикритили, воду віддаємо, гарячий газ, газ нам перекрили, все. Що їм зараз робити? Полгода. Отдихати? Добре, є питання? Нема, хто за? Хто проти? До внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради 15.05.2013 року про встановлення тарифів на платні послуги для бюджетних установ, комунальних підприємств та інших споживачів міста Южного, які надаються КП водопостачання та каналізації. Ну, теж саме. Там, звісно, услуги доставляються в будні дні, вихідні дні. Там буквально все за коректировки заробітних плат машиністів. Про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Южного на перший квартал 2014 року. Не використовували? Не використовували. При плановій сумі годовій 416 тисяч. На перший квартал було запланировано порядка 105 тисяч резервного фонду. Средства не використовували. Хто за рішення? Проти. Про затвердження коригованого фінансового плану комунального підприємства комбінат дитячого харчування на 2014 рік. В чому тут корекція? Корекція в тому, що фінансовий план утверждався підприємством в ноябрі місяця прошлого року. Пройшли змінення по окремим статтям. Обща сума доходів і розходів не міняється, а внутрі статті по внимання зарплати приймається. Хто завтра? Затвердження мережі заходів освіти на 2014-2015 навчальний рік. Вводиться заклад номер 1 дитячий садок, який ми прийняли з 1 січня 2014 року. Це остання мережа без змін. Добре. Є питання? Є питання. Проти? Утрималися? Проєкт рішення про узгодження змін до програми розвитку освіти міста Южного 2014-2018 роки затверджено рішенням Южинської міської ради від 19.12.2013 року. Метод сум, закладених в програмі, слідують зміни показників обсяг видатків на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам та дітям потрапив на батьківське піклування. В зв'язку з тим, що ми планували дітей на 33 190, а по факту нам потрібно 36 900. Ми в цілому суму не змінюємо, а беремо за рахунок обсягів видатків на дітей організації харчування учнів. Там сума зменшується, тут сума збільшується. Тобто в межах програми ми робимо середину змін. Добре. 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 Добре.
виконання тимчасових правил обліку дітей дошкільного віку, що проживають на території міста Южного, та надання їм місць в дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності. Ми виходимо на виконавчий комітет з пропозицією того, щоб затвердити склад комісії, яка буде визначати розподіл місць дошкільнят в наших закладах дошкільних. Це тому, що у нас на сьогоднішній день є три черги. Черга, яка передана від морського торговельного порту, черга, яка в нас була на вересень 2013 року, і черга, яка є з 1 вересня 2013 року в електронному варіанті. І для того, щоб не було ніяких непорозумінь, щоб не було ніяких претензій за управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики, а також за виконавчого комітету будівництва міської ради, ми пропонуємо внести на затвердження членів комісії це раз, розробити тимчасове положення про зарахування дітей до дошкільних закладів 2 і затвердити облік дітей, які проживають на території міста. А наскільки ми зараз забезпечуємо дітей дитячими садками? Якщо говорити, то ми 100% забезпечуємо дітей 5-літнього віку, 100% забезпечуємо дітей, починаючи від 3 років до 5 років, але не забезпечуємо дітей від року до 3. Тобто ось ті бажаючі дітям, яким 2,5 роки, 2 роки, вони бажають йти до дошкільних закладів. У нас такої можливості по факту на сьогоднішній день не завжди є. І тому, щоб не було ніяких претензій. І саме головна причина – це те, що в нас три черги. Що то, що нам від морського торговельного порту прийшла дуже велика черга, і вона повинна бути тільки садок номер 1, бо вона вважає садок номер 1. Те, що у нас ще залишилася черга із цих діточок малесеньких, така жива, ми її повинні забезпечити в повному обсязі. І ця електронна, згідно нової документації, де діти мають право стати на облік, поставлені батьками через електронну систему, коли виповниться 1,5 роки дитині. І потім вже відслідковувати, коли прийде повідомлення про запрошення батьків отримати путівку. Якби не було оцієї трьохсторонньої черги, то тоді проблем взагалі. Майкл, скажіть, будь ласка, ми від року до 3, ми по закону повинні забезпечити дитячими садками? В принципі, ми не повинні забезпечувати по закону, тому що ці батьки знаходяться в декретній відпустці. Але як факт, враховуючи реальні життєві ситуації, то матері виходять на роботу, причому підприємства просять клопотання, що надати, тому що конче необхідно цей спеціаліст на конкретній посаді. І у нас в кожному дитячому садку є групи від одного року? Є, в кожному дитячому садку є такі групи, але за винятком НВК імені Вячеслава Чорновола, там, де у нас всього 4 групи, і вони починаються з 3 років. Тобто цієї малесенької у нас немає. Всіх останніх є, деякі садка навіть подібні. Це ясені групи. Взагалі по нормах ясені групи до 15 дітей, а з 3 років до 25. Так, я чого це задаю питання. Вчора на апараті на раді там сумасшедший рост дітей. Діти почали роздати. Да, Роман? На цьому році на 62% рішення. Так що треба дитячими садками забезпечити. Через 3 роки. Через 2 роки. Це на сьогоднішній день про дітей. Ні, ви не останавливайте. Так і тримайтеся. Положення ми опубликуємо в газеті «Новини Людно», дамо на телестудію для того, щоб ще люди були ознайомлені з цими тимчасовими правилами. Хто ж дали перевірочно прошу? Хто проти? Про підготовку та організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у місті Різне 2014 році. Традиційно з 2 червня починається оздоровчий період протягом всього літа. І відповідно до того, які в нас будуть зміни, ми пропонуємо проєкт рішення. Це і табори праці та відпочинку, це і просто табори відпочинку, друга зміна. Кошти залучені як місцевого бюджету, так і можуть бути залучені з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. Добре.
рішення про внесення змін до пункту першого рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 19.12.2013 року про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах номер 1345 міста Рівне. Місцевим бюджетом нам виділені були кошти відповідно до поданих розрахунків на харчування дітей в дошкільних закладах. Але відповідно до цих коштів і до сум, які складали продукти харчування, ми складали тендери. Після результатів тендерних процедур виявилося, що деякі продукти на тендерних процедурах стали дешевшими. І відповідно ми цим рішенням змінюємо саме ті ціни, які затверджені тендерними конкурсними програми і будуть для відпрацювання до тих постачальників, які з нами приймали участь в тендерних процедурах. По тендерах там є згідно законодавства. Стаття 40, що можна змінювати на 10% відповідно до того, як будуть мінятися ціни. Ціни вже почали змінюватися різко, але раз ці люди приймали участь у тендері, то вони не мають права протягом року більше ніж на 10% змінювати ціни. Якщо собі будинок будуть працювати, така їх доля в цьому році. При умові, що держава не подбає і не змінить щось інше по відношенню до харчування людей. А в цілому у нас закон по тендерам підписаний. Верховна Рада, щоб підписали закон про... Ні, ну довго вступає цілу суддя опублікувати. Опубліковано. Вчора. Той клас Юринська. По законодательству у мене не було. 24 опубліковано. Я ж вас питаю, тому це дуже важливий закон. Там ж тендера не тільки по харчуванню. Так, добре. Є питання? Ну, а хто запрошував? Хто проти? Утримався? Про закріплення території обслуговування для забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку за загальноосвітніми навчальними закладами міста. Це також традиційно, що року перед навчальним роком закріплюємо території за закладами освіти. Але відповідно до реальності, то батьки мають право вибрати собі школу в незалежності від того, де закріплена ця школа, за якою територією. Добре. Хто запрошує? Про затвердження акту розміру збитків для державної Южинської міської ради доходу внаслідок використання земельних ділянок Горнієвої молодіжний центр Мінде, вулиця Приморська 10, площа 023. Рішення виконавчого комітету була створена комісія по розміру збитків на державної Южинської міської ради доходу внаслідок використання земельних ділянок Молодіжний центр Медмілін, розташований за Одеською Приморська 10. Розмір збитків враховано з періоду 01.01.2009 по 31.03.2014 року составляє 614 736 гривень. А цим рішенням проєкту ми затверджуємо акт збитку розміру збитків. А сама Горі, вона знає про це? Так я тут бачу, що розрахунок розміру плати за землю, який має до сплати в період 01.01.2009 і так далі, виявляється 503 613 гривень. Це ми по максимуму посчитали, а там що? А хто определяється? Ну, ми определяємо по максимуму. Но... Там є некоторі спорні моменти, але ми в свою сторону. Хто запрошується? Проти. Утримались. Про утворення наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання.
список є, цей список є. А багато зараз таких спірних питань, не вирішених питань, проблемних питань. Багато виникає. Ну, це треба утрясти, але потім все так складеться. Безумовно, завжди спочатку такі проблеми виникають, коли може це питання житла, це дуже важливо для кожного. Так, є питання? Немає. Хто запрошував голосувати? Про затвердження програми розвитку інфраструктури міста Южного 2014-2016 років нової редакції. Що думаєте? Бронекатанс-300 міняється на бронекатанс-300. А? Бронекатанс-300 заміняємо на бронекатанс-300. Так, це в зв'язку з реорганізацією. Хто запрошував голосувати? Проти. Отримались. Прийняли. Про погодження внесення змін до загальної міської програми «Доступне житло» 2010-2017 роки затверджено рішення Вінницької міської ради від 19.05 2010 року. Ті ж самі зміни бронетан будівництва змінюються. Ну, можна не. Ті ж самі зміни замінюються бронетан будівництва на управління протягом міста. А що організація жива? Це технічне місце. Хто проти? Про визначення місць масового відпочинку населення на водних об'єктах міста Южного. Це що ми? Щороку затверджуємо схему місць масового відпочинку населення. А де це карта? Базіка? Ні. Сергій Николаевич проведет пока. Де вони там? Пляж. Це територія пляж профілакторію, міський пляж, дві водні бази наберуться частку ставка. І піонер лагерь на біля вас спочатку кубло. У нас Одеса та Франс. Є питання? Хто запрошує? Прошу утримати. Про стан укладання колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях міста Южного 2013 року. На всех предприятиях города Южного, которые используют наемный труд, должны и обязаны заключаться коллективные договора, в котором в основном в коллективных договорах предусматриваются как минимальные гарантии, так и конкретный уровень, начиная от заработной платы, доплат, премий и, естественно, дополнительные социальные гарантии. Таким образом, если взять отчетный наш 2013 год, годовая отчетность по предприятиям города, дополнительные социальные гарантии по колдоговорам составляли более 18 миллионов гривен. И в 2013 году было зарегистрировано 24 коллективных договора, 24 изменения к коллективным договорам. На сегодняшний день действующие в городе 114 коллективных договоров, которые охватывают 13,5 тысяч работающих на данных предприятиях. Кто запрошивал? Про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 24.01.2014 року про міський бюджет міста Южного на 2014 рік. Прийшло перший квартал і ми виносимо зміни. Про те й говорили. Зараз ми будемо розказувати. Формується відповідно до показників державного бюджету. І на 2014 рік сформовано з такими показниками. Доходи першого кошика або доходи, що враховуються при визначенні бюджетних трансфертів, 112 мільйонів гривень. Вилучено тобто кошти, які перетворюються з місцевого бюджету до державного бюджету, було затверджено в розмірі 53,6 мільйонів, це майже 48%. Та відповідно, видатки були враховані в розмірі за видатки, що враховуються при визначенні в розмірі 89 мільйонів гривень. Протягом першого кварталу до державного бюджету саме в березні місяці були внесені зміни і відповідно викореговані показники по місту Южного. І дохідна частина змінилася і стала в розмірі майже 105 мільйонів гривень, тобто зменшена на 7,2 мільйони гривень. Вилучення також зменшено на 5 мільйонів гривень. Це тепер показник 48,6 мільйонів. А відсотків це майже 47%.
Відповідно, зменшена видаткова частина, та він становить 86,8 мільйонів гривень. Це майже на 2 мільйони гривень менше. За рахунок чого буде відбуватися зменшення? Це, напевне, найважливіше. Протягом року не буде збільшена мінімальна заробітна плата. Тобто кошти на підвищення мінімальної заробітної плати встановлюються на рівні, яка буде встановлена на рівні 1218 гривень, зменшена на 2 мільйони 300 тисяч гривень. Зменшена на 2 мільйони гривень субвенцію, яку ми мали отримати з державного бюджету, це субвенція Державного фонду регіонального розвитку на здійснення заходів соціально-економічного розвитку. Як я вже сказала, це 2 мільйони гривень. На ці кошти передбачалося проведення благоустрою полярно-паркової зони та проведення капітального ремонту. Зменшено нам також субвенцію на швидку медичну допомогу. З травня місяця нам не буде вже надходити такі кошти, які ми залишали за обласного бюджету, це 300 тисяч гривень. Також вперше, я доповідала, були враховані видатки на форму і методики видатків на модернізацію. Ви знаєте, от завжди ми слухаємо на різних завіщаннях, апаратах, школах, що будемо сесії слухати, це фінансові змінення. Вот мы бумаги носим, пишем, увеличиваем, уменьшаем, добавляем, а денег нет. Вот это ничего, это все, вот эти деньги, это все виртуально, бумаги. И абсолютно, тоже там добавили там 2 миллиона на набережную, миллион там еще, я вас уверяю, никто копейки не даст. Вот так год промучат, то спишут, и в следующем году опять может добавить. Знаю, дадут или нет. Если что-то. Ну ничего, это все вот с утра до ночи финансовое управление, все наши управления, бухгалтера, отчеты пишут пачками, носят тоннами бумаг. И ноль копеек. Ноль денег. Вот то дают защищенные статьи, то не все. Он Роман Васильевич вчера был у меня, просил на лекарство. Да я звонил в область, Минфин, в область управления финансов, просил, чтобы дали какие-то денег на лекарство. И то не дали. Не дали? Ну еще ж не вечер, только вчера говорили, уже сегодня день. Обещались. Поэтому вчера у меня была встреча, а Сережа другой с министром финансов с Лопаком. Посылаем Людмилу Владимировну в пятницу. Гонцом с письмами обещал, приехал с письмами, посмотрим. Потому что, ну, понимаете, ситуация может стать просто неуправляемой. В плане экономики, в плане социально-экономического развития. Кружки развития. Так, да, чому на заробітній платі? На жаль, бюджетні установи дуже пізно отримали аванс. Перепрошую всіх за незручності, але це не наша провина. Профінансоване фінансовим управлінням, все було вчасно і в повному обсязі. Будемо надіятися, що слідуючим. Ну, в цих зміненнях дуже печально, то, що помимо віртуальних грошей, які призначалися на якісь об'єкти інфраструктури, там есть живые 5 человек. Вот эти социальные работы, это люди, которые действительно по закону, по постанове Кабмина, год тому назад мы набрали, обучили, это бывшие, ну, практически все педагогические работники, потому что требование было такое. Люди, которые за этот год работы, они выявили у нас 72 семьи сложных жизненных обстоятельств. И с этими семьями постоянно работали. То есть сейчас вот этих людей, во-первых, на них нет финансирования, мы как-то их должны по закону предупредить и уволить законным порядком. Мы не можем просто от того, что им не платят деньги, сказать все, вам спасибо, до свидания. То есть все должно быть по закону. Ну и плюс ко всему мы теряем целый пласт социальной работы, которая поднята и она выполнялась реально. Поэтому для нас это, конечно, на уровне государства непонятно, а на уровне города для нас это большая утрата. Так, хорошо. Є питання? Нема. Хто завтра шов? Проти? Потребуємося? Про постановку на квартирний облік мешканців міста Юрмала. Є питання? Хто завтра шов? Проти? Потребуємося? Про переоформлення особових рахунків на житлову площу мешканців міста Юрмала.
засідання адміністрації та правкому Одеський припортовий завод. Хто за? Про затвердження списків перереєстрації квартирної черги працівників Одеського припортового заводу станом на 01.03.2014 року. Прошу. Проти? Утримались? Прийняли. Всім дякую за це питання. Є одне об'явлення. У нас післязавтра, в п'ятницю, завтра у нас сесія, і в п'ятницю ми проведемо ще одне засідання Исполнительного комітету по нескольким вопросам, які касаються тих вопросів, які завтра будуть відповідати на сесії. Це касається общежитів по строїтті сесії. Тому, якщо це присутствує ще в нормальній сесії, то будуть відповідати. В п'ятницю 9. 9 утра там на п'ятницю. Приветствуем всех зрителей, которые к нам присоединились. С вами трансляцию ведет Ольга Комарова из исполкома. Сейчас члены исполкома будут рассматривать закрытые вопросы. Закрытые вопросы – это те вопросы, которые подразумевают защиту персональных данных. Прессе нельзя присутствовать при рассмотрении этих вопросов, так как законом запрещено разглашать данные о лицах, которые защищены этим законом. Поэтому мы ждем еще несколько минут. Обычно это недолго, обычно это длится быстро. Вопросы рассматриваются по трудным семьям, подругам, каким-то детям, возможно, лишению родительских прав или наоборот, каких-то льгот. Мы сейчас находимся в коридоре. Все вышли, кроме членов исполкома. Мы сегодня слышали, что еще раз был поднят вопрос о финансировании, о бюджетном финансировании, и городской голова снова рассказал нам о проблемах, которые существуют по всем городам. Это деньги не поступают в реальности с казначейства. То есть все изменения, которые принимаются в бюджет на сегодняшний день, они принимаются на бумагах, так скажем. В реальности какие-то изменения в деньгах не выходят. Обсуждение еще идет. В закрытых вопросах мы можем отдаленно слышать голоса из зала. Сегодня было несколько таких достаточно важных моментов, на которых хотелось бы остановиться детальнее. Предприятие КП ВИК рассказало о том, что имеет большие задолженности. В том числе они имеют перед Инфоксводоканалом, но им должны эти средства те люди, которые потребляют у нас воду в Южном и не платят за это. Это очень достаточно большая проблема. И у нас есть такая угроза даже потерять коммунальное предприятие, если долг будет расти. То
нам присоединяются еще люди. Я хочу напомнить, что у нас прямая трансляция. Сейчас мы ждем, пока закончится обсуждение закрытых вопросов. Закрытые вопросы, еще раз напомню для тех, кто к нам присоединился, это вопросы, которые содержат информацию о людях, персональных данных. Прессе нельзя присутствовать на таких, освещать такие вопросы, потому как законом о защите персональных данных это запрещено разглашать данные без согласия лиц. Поэтому мы ждем сейчас, чтобы подетальнее расспросить Владимира Новацкого о моментах, что он рассказал нам и нашим зрителям в интервью о состоянии финансов в нашем городе, ну и некоторых вопросах. Сегодня также принимали решение члены исполкома о том, что с территории города будут вывозиться отходы на санкционированные свалки. Хотелось бы узнать, будут ли вывезены те отходы, которые были закопаны ровно год назад, недалеко от моря, между Ставком и морем. Там была организована целая свалка строительная. У нас прямая трансляция, так что подошли еще ребята. Надеюсь, что нам с вами еще недолго останется ждать. К нам присоединяются еще люди. Пока что все находятся в ожидании. Ребята тоже ждут. У них там техника. Подарки. Собирают подарки. Подарки собирают. Не знаю, какие, но какие-то собирают. Все, мы слышим, что сейчас уже выходят люди. Закончилось обсуждение? Нет, ничего не говорить. Обсуждение еще проходит. Я прошу всех, кто смотрел за нашей трансляцией, кто был с нами, оставлять свои комментарии, замечания. Мы должны знать, что было слышно, что не слышно, чтобы в следующем учесть эти моменты и знать, на что обратить внимание. Сегодня также было утверждено размещение развлечений, так скажем, водных объектов на пляже во время летнего сезона. И что как бы удивительно, то что в очередной раз не было на руках членов исполкома схемы размещения. Но этот вопрос был проголосован. Но опять же, схемы на руки не были розданы. Такая же проблема была в свое время на сессии, когда принимали решение о размещении МАФов. Сейчас вам, может, не слышно, но вам слышно, как происходит какое-то довольно-таки бурное обсуждение за дверьми.
не хочется прерывать трансляцию на этот момент, поэтому мы находимся в эфире все еще. Но как бы затянулось у них обсуждение. Обычно это все происходит достаточно быстро. Возможно, члены исполкома решили обсудить еще какие-то вопросы между собой. Мы ждем, пока закончится обсуждение, для того, чтобы записать интервью с Владимиром Новацким. Вы увидите его в прямом эфире, без монтажа, как оно есть. Если он согласится, конечно. Потому что бывают такие моменты, когда не удается записать интервью в силу разных причин. Если вы на канале Ustream вас выбило через рекламу, то возвращайтесь к нам обратно. Такие издержки есть на этом канале. Это случается потому, что мы используем пока бесплатную версию. Платная версия достаточно дорогая. А вот на бесплатной версии есть такие проблемы. Проблемы для нас, как бы, для канала, это заработок. Более детально по каждому вопросу мы будем писать наши материалы на репост. Вот. Завтра в 10 утра планируется заседание сессии Горсовета. Мы также собираемся транслировать ее в прямом эфире. Поэтому подключайтесь к нам. Желательно, простите, желательно до завтра, чтобы если были какие-то проблемы и что-то было некомфортно смотреть, слышать, то чтобы вы каким-то образом нам сообщили. В социальных сетях у нас есть группа ВКонтакте «Репост», есть группа в Фейсбуке «Репост». Подключайтесь, присоединяйтесь. Недавно мы проводили прямую трансляцию с празднования Пасхи. Это было позавчера, и записи можно посмотреть на канале Ustream пока еще. Канал бесплатной версии, он будет удалять эти записи через 30 дней, поэтому мы все их сохранили на YouTube. Их можно видеть там. Долгое ожидание получается. Вот мы видим информационная доска. Порядок ДН мы даже вывесили. Сегодня, напомню, рассматривались вопросы про вывоз бытовых отходов с территории места Южного, так называемое санитарное очищение, схема санитарного очищения утвердили. Отчеты были предоставлены Южтеплокоммунэнерго, Южтранса и ВИКа. Южтеплокоммунэнерго приняли без рассмотрения, Южтранс просто сообщил о том, что у них
есть прибыль. Южтеплокомэнерго тоже с прибылью. Нам сообщили, что был закончен год. И АВИК вот детально более рассказывала о своей финансовом положении. Это можно, если вы отмотаете немножечко назад, то вы можете услышать. Надеюсь, что можете услышать отчет директора коммунального предприятия водоснабжения и канализации Романенко Александра Александровича. Сегодня вносились изменения в бюджет. И, скорее всего, эти изменения будут еще вноситься и позже. Была утверждена схема размещения, так скажем, развлекательных объектов на пляже. Это скутеров, таких вот лодочных станций мини, которые используются для предоставления услуг отдыхающим. Но как бы нам неизвестно, где они. Было сказано начальником архитектуры, что эти объекты будут размещены, как и в прошлом году. Схемы не было на руках у членов исполкома, они не видели, что, за что они голосуют, и не видели, этой, где это будет размещаться. Так мы слышим, что выходят люди. Сейчас будем пытаться записать их. Сейчас мы закончили заседание. Сегодня Анатол? Иван Николаевич собирается на гандбол. Владимир Николаевич, можем с вами записать интервью? Мы в прямом эфире сейчас работаем. На какую тему? По поводу ситуации в Южном, финансового положения. Тогда на то, что вы сегодня обсуждали, если можно, комментарии более детально получить. Ну, вопрос основной был, это из 25 вопросов. Основной вопрос – это изменение этого бюджета. Потому что Верховный Совет принял изменение в бюджет первого квартала, скажем, и оно как бы сказалось существенно на каждом городе, на каждом районе, области, государстве. Поэтому эти изменения мы обязаны были рассмотреть на исполкоме. Завтра мы будем их рассматривать на сессии городского совета, и окончательное решение будет завтра на сессии принято. Вопрос стоит о том, что нам уменьшили доходную часть, и, безусловно, также уменьшили расходную часть бюджета, уменьшили выручение, но самое главное то, что нам уменьшили в доходной части более 2 миллионов, это на заработную плату бюджетной сфере, то, что мы планировали на повышение. Повышения никакого не будет, все остается в тех нормативах, которые были, скажем, в прошлом году. А вот это основные. И, безусловно, нам сократили 5 штатных единиц социальных работников, которые работали с той категорией людей в городе Южном, которые нуждались в уходе, там, в оказании какой-то помощи, социальной помощи и ряда других вопросов. Вот это такие основные вопросы по измене до бюджета на 2014 год. По бюджету еще в прошлом году, насколько я помню, после строительства завода Дельта Вилмар должно было сделать какие-то перечисления. Да, они перечислили. Нам перечислили за второй этаж транш 14 миллионов гривен. И они все есть. Деньги, все предприятия нам перечисляют. И супермаркет 33 квадратных метра, но на социальную инфраструктуру, они все перечисляют, и деньги эти есть, но
Дело в том, что мы их потратить не можем, и казна не пропускает. Поэтому, если бы мы могли воспользоваться нашими деньгами, которые у нас есть на счету, я думаю, что мы бы очень-очень много могли сделать в городе Южный. Это еще цифры эти, там я в расчетах десятки миллионов. Сегодня была утверждена, так сказать, схема вывоза бытовых отходов, да, мусора из города Южного. Это коснется того мусора, который был закопан между Ставком и морем, в большой свалке? Нет, эта схема, ну там что, чтобы разрывать? Нет, это вопрос немножко о другом, и это там вопрос, куда вывозить мусор, как вывозить мусор. А я думаю, что те вопросы, которые там сейчас идет расследование, там этим занимается, я знаю, что правоохранительные органы, будет окончательное решение, и мы будем выполнять решение. Владимир Николаевич, по поводу размещения схемы вот аттракционов, да, водных, которые были сегодня, да. Это будет утверждаться еще на сессии, эта схема, или только исполком? По-моему, это уже утверждено на исполком, я думаю, что это окончательно. Я сейчас не готов сказать, потому что, я не знаю, нам юристы должны сказать, но это не столь значимо. Я думаю, что раз исполком и утвердили, специалисты отработали, что это решение будет принято. Оно принято уже. Я думаю, что оно будет в действии. Еще вопрос такой. У нас смена руководства на пекарне, новое назначение. Вот с какого числа? Сегодняшнего. Уже представили Тимкил Оксану, директора, депутата городского совета. Вы знаете, я вам скажу, что мы как бы ищем какую-то возможность, как бы спасти это предприятие. И учитывая то, что проблемы финансовые и у нас в бюджете в плане возможности финансирования, и сегодня проблемы возникают и на этом заводе, как всегда. И это и рынок сбыта, и цена, и вынуждены были цену поднять на хлеб, чтобы как-то завод удержать. Потому что если бы не поднимали цену на хлебобулочные изделия, завод не в состоянии был выжить. Проблемы возникают по муке, цена на муку растет, становится дефицит муки, поэтому сложности определенные есть. Ну, Тимки, Оксана, посмотрим, она как бы опытный работник, она руководила предприятиями, ну, скажем так, коммунальными предприятиями. Будем надеяться, что вместе с коллективом удержит работу завода. Ну, вы когда выбирали кандидатуры, вы как-то у вас были еще варианты какие-то и какими критериями вы руководствовались в данном случае? Ну, какой-то опыт работы и умение работать с людьми, как-то от этого исходили. Но я вам скажу, знаете, человек может работать на одном предприятии хорошо, и может быть отношения с людьми как-то одни, а на другом предприятии. Я когда вчера с ней общался, с директором, перед тем, как ее представлять сегодня, я и говорю, что это сегодня самое трудное предприятие в городе Южном. Это самое проблемное предприятие в городе Южном. И я сказал честно и откровенно, если бы там не работали наши люди, не работали жители города Южного, мы бы, наверное, с этим предприятием распрощались. Потому что оно нам прибыли никакой не дает, проблем много. И скажем так, что сложностей много, и люди там работают, их нужно обеспечить работой, их нужно обеспечить заработной платой. Безусловно, это наша основная задача. А из-за этого мы этот завод стараемся сохранить и сделаем все возможное, чтобы его сохранить, только из-за того, что там работают наши люди, чтобы они могли получать заработную плату и обеспечивать себя. И по Вику еще там сложная ситуация сложилась. Вика очень сложная ситуация, потому что в основе это тарифы мы не поднимаем на воду, и не мы поднимаем, а Киев поднимает, НКРЕ, такая структура в Киеве при кабинете министров, которые имеют право только поднять тарифы. Сегодня тариф растет на все, на электроэнергию, цена воды высокая, мы покупаем, там тоже цена, Инфокс водоканале повышает, мы ее покупаем. Стоки, основная проблема это стоки, тоже у нас цена, скажем так, не соответствует тем нормативам, которые есть в себестоимости стоков. Поэтому все это в совокупности дает такие проблемы в работе водоканала. Плюс еще сегодня вы слышали, что много людей не платит за использование воды. И
Но в основе это экономические показатели, это вопросы экономики, вопросы финансов. И сейчас мы ничем помочь не можем с бюджета, потому что снова же таки деньги мы перечислить не можем. Казна не работает, казна практически ни перечислений никаких не производит. И есть сложности. Но будем находить какой-то выход. Мы говорили, я сегодня об этом говорил, чтобы предприятие принимало участие не только, скажем так, улучшение экономики финансов за счет тарифов, но и за счет каких-то дополнительных работ, которые они могут делать в пределах города Южного. Есть ли риск, что это предприятие может быть поглощено монополистом? Инфоксводоканал? Нет. Я думаю, что в ближайшее время этого не будет. Мы сделаем все возможное, чтобы с инфоксводоканалом и за электроэнергию мы будем рассчитываться в свое время. Я думаю, нет, я даже не допускаю такого. Спасибо. Пожалуйста. Раз. Что, сейчас зайти к Дмитрию Валерьевичу? Нашу трансляцию, чтобы не делить ее на кусочки. Сейчас, если будет такая возможность пообщаться с секретарем городского совета, мы это сделаем. Если нет, то уже будем стараться завтра это сделать. Кто не знает, она руководила общежитием, была директором, когда еще не управляла подведомственным Южным. Но, насколько мне известно, для многих работников пекарни это было достаточно таким сюрпризом, что другой директор, они рассчитывали, что все-таки им оставят директор Леонид Арнаута, который проработал на этом предприятии всю жизнь, все его существование, 18 лет. Ну, вот такое решение. Может, заберу наши вещи?
12 сходов. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. У нас тут тематрансляция в интернет. Можно с вами записать онлайн? Да. По поводу завтрашней сессии. Да. Что давай сейчас? Немного? Давай запишем так. Сразу. Дмитрий Валерьевич, расскажите, какие завтра вопросы планируются, важные для города рассматривать, и что будет вынесено на сессию? Ну, повестка дня стандартная, рабочая, там около 50 вопросов, ну, а меньше. Вот. В принципе, это связано с тем, что за нас заканчивается реорганизация ГУС-архитектуры, поэтому, соответственно, два управления могут, из двух управлений становится одно. Соответственно, нужны программы, в которых задействуют эти управления, объединить, изменить их название, скажем, исполнителя тех или иных назначений бюджетных. Соответственно, нужно менять городской бюджет, потому что в нем тоже, соответственно, меняется теперь назначение использования финансовых средств. К сожалению, на сегодня остается проблема полностью как бы не работы совершенно финансовой системы казначейства государственной, то есть мы не имеем возможности распоряжаться нашими средствами. Это как бы из тех важных таких моментов, которые прежде всего основные на этой сессии. Ну, кроме того, ряд хозяйственных вопросов накопилось. Это связано с там, договорами аренды, которые есть, с закреплением схемы благоустройства за объектами, которые ведут предпринимательскую деятельность. Кроме того, утвердим схему уже размещения МАФов в 4-м микрорайоне. Тем самым как бы закончим уже нашу работу со схемами в городе, потому что вы помните, как у нас шумно проходило, скажем так, обсуждение схем по 3-му микрорайону, события возле торгового центра, которые до этого происходили и так далее. Мы сегодня, кстати, за трансессией тоже будем рассматривать, в том числе и протест прокурора, которым как бы, предлагается депутатам отменить свое решение, которое было принято на предыдущей сессии по утверждению тех схем размещения МАФов, которые были в районе торгового центра сделаны. Но пока предварительно комиссии как бы рассматривали, вот скажем так, я... Почему скажу, отменить решение? Ну, что видно, все-таки якобы оно принято с нарушениями, его нужно пересмотреть. Ну, я скажу, что мнение коллег, пока предварительно, которое я знаю, учитывая, насколько это решение так сложное было и много обсуждалось, все-таки к тому стоит, что все-таки схема принята в рамках полномочий сессии горсовета, я думаю, она останется в таком же самом виде. То есть, скорее всего, там просто возможно, что... Но на сегодняшний день те мафы, которые там стоят, они так и продолжают там находиться, то есть даже после принятого решения они не переместились туда, куда... А там только один должен был перемещаться, то есть мы разрушенные же приняли решение ИПТ оставить, один из них, скажем так, слегка переместить там же по месту, он там же остается, а один еще передвинуть несколько левее. Вот. Ну, пока он, как бы, может быть, не выполнил, потому что там дело находится в хозяйственном суде, оно рассматривается, поэтому, думаю, есть вопросы по окончанию судебного решения. Наш депутатский корпус, у вас, ну, как бы, самая большая фракция, 15 регионов на сегодняшний день, у вас нет каких-то разногласий, если есть ситуация политической в стране? Все расколы, как мы видим везде. Ситуация непростая, как бы, но у нас же, знаете, нас здесь объединяет, прежде всего, команда, которая работает на город. У нас понятные идеи в городе, понятно, что мы делаем. И мы таким коллективом пришли, как бы, так нам сказать, доверили наши же южницы, и мы так и работаем. Поэтому сегодня, ну, у нас финал, конечно, внутри всегда есть дискуссия. Есть дискуссия, мы между собой что-то обсуждаем, но пока работаем таким коллективом. И я не вижу, как бы, сегодня необходимости срочно что-то менять. Потому что на самом деле, я думаю, что никому из депутатов, которые работали во фракции, эти годы все работают. Не стыдно за какие-то наши действия, у нас нет никакого лоббизма,
решались вопросы с точки зрения их полезности для города. Много сделано, много дополнительных средств привлечено в город. И в этом году тоже, которые теперь, к сожалению, уже вот у нас изымают. 2 миллиона, которые мы привлекли на город в этом году дополнительно, как раз используя возможности нашей, так сказать, властной вертикали, теперь ее уже как бы нет. Эти 2 миллиона, которые должны были 1 миллион пойти на благоустройство пляжа и 1 миллион на реконструкцию стадиона первой школы, эти деньги у нас уже, так скажем, изъяли недавно уже. Поэтому эти тоже сейчас будут в бюджете, в этот момент будут учитываться. Поэтому я думаю, что не надо политизировать ситуацию. Сейчас всем прежде всего нужна понятная ситуация с точки зрения ее предсказуемости. Нам нужно, чтобы в городе было спокойно, чтобы мы сегодня не политизировали людей, потому что излишние вот те события, которые происходят, мы видим, что вот сегодня. Но у нас скоро выборы, так как бы хочется или нет, у нас скоро выборы. Уже настолько все политизировано, можно включить каналы и посмотреть. Есть кандидат, которого вы будете поддерживать? У вас выбор, наверное, съезде один, как бы там партия регионов произошло какое-то. Ну, в партии регионов тоже идет непростая ситуация на фоне событий, потому что когда лидеры организации, к сожалению, проявили себя, так скажем, ну, как это выразить таким словом, чтобы никого не обидеть, ну, очень недостойно, да, скажем. Поэтому, но это тем не менее, нельзя сразу проецировать на всех, кто работает в этой структуре. Но у нас никто не выходит из партии, правильно? Ну, из фракции. Если кто-то захочет выйти, это его право, мы не будем осуждать или препятствовать. Сегодня мы обсуждаем, что мы работаем пока так же. Что будет, если кто-то захочет это сделать или хочет выйти? Мы же давайте не устраивать из этого трагедии. Каждый выбирает себе свой путь и вправе поступать так, как он считает нужным. То есть это совершенно нормально. Может это выйти. То есть происходят процессы там, в разных советах по-разному. То есть ничего там тоже страшного не будет. Есть просто такая информация, что Гречкин у нас будет возглавлять партию Порошенко. Нет, это абсолютные слухи. Их очень много в городе, как те же самые, что на прошлой неделе якобы мне рассказали на форумах, писали, что я куда-то уехал и скрылся за границей. То есть, ну это глупость, абсолютно. Это просто когда людям надо что-то придумать, какие-то события, вот они их придумывают. Это неправда. Это неправда, да? Это неправда, совершенно. Да, это не так. На самом деле мы работаем так же. У нас основная идея была работать в городе. Ничего не поменялось абсолютно. Если есть какие-то сейчас вопросы именно строго в партийно-политической линии, они у нас жестко не отражаются никогда на работе в горсовете. Потому что здесь у нас городские вопросы, и поэтому мы их будем решать точно так же с точки зрения, что надо это городу, не надо, как это решить. Так что все остается так же, какие-то там политические составляющие, они пусть минимально вообще как бы на что-то должны влиять. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Мы будем заканчивать нашу трансляцию, поэтому все, кто хочет, может посмотреть ее запись, она будет выложена на YouTube, ну и в дальнейшем все детальное материал на YouTube. Да.